Ребята, всем привет! Вы на канале Прелесть 34 Руса. С вами я, Елена. Мы начинаем проходить эту замечательную игру 2000-х годов проекта G. Точнее, продолжаем ее проходить. Смотрите, нам надо забрать снаряжение Джонса. Это 8 уровень. Так, давайте сначала снайпера убьем. Оп, спрыгнули. Он меня, как всегда, увидел. Вот мне интересно, тут снайперы все такие мазила? Да, ребят, я долго не играла в игру. Прошу прощения. У меня мышка убежала. Я долго не играла в эту игру по той причине, то, что у меня переустанавливали винду. И я эту замечательную игру проходила заново. Ну, как бы не пройти эту игру заново, когда она такая хорошая. Почему бы и нет? Вот так. Вот такая вот есть гранатка. Сейчас мы уберем двоих. Ой, куда ты убегаешь-то? Блять, сколько тут гранат. Правда, они нам все не пригодятся, но ладно. Мы сейчас с вами убрали двоих. Не сейчас, а сейчас, извините. Вот. Теперь мы еще раз. Нам надо набрать побольше оружия. Теперь еще раз давайте. Еще одну гранатку. Двоих убрали. Сейчас еще двоих уберем. Ну, в принципе, я думаю, нам хватит. Смотрите, прикол. Два калаша. Смотрите, тут никого нет, кроме туннеля. Туалета, короче. Вот, мы выходим. Дверь закрывается. Совсем закрыть. Молодец. Мы бросаем гранатку. Она взрывается. Мы открываем дверьку. И смотрите, тут еще двое. Тут, оказывается, туннель. Они черепашки-ниндзя. Они выбираются из канализации. Вот. Теперь. У нас теперь с вами еще одна задача. Тут есть три камеры. Главное на них не попасть. Чтобы нам не попасться в эти камеры, мы как раз сделаем несколько дел. Во-первых, мы уберем вот тут. Вот двое за стеной стоят. Во-вторых, мы уберем сразу три камеры одним ударом. То есть, смотрите, как в голливудском кино у нас цистерна взорвалась. Видите, и камер нету, все замечательно, все хорошо. Вот, теперь еще надо убрать вот этого. Я люблю делать все по-быстрому и тихому. Я не люблю там какие-то вот такие вот ситуации, когда прям дикие. Ну, конечно, иной раз бывают интересные дикие ситуации. Ну ничего, это же игра. Смотрите, тут камера, мы ее сейчас уберем, и отсюда выйдет птичка. Ребята, я немножко косая. Что-то я как-то скосила. Да, смотрите, душевые кабинки есть. Спас не очень оружие. Не, оно хорошее, только в ближнем бою. Так, тут двоих мы убрали. Вон, видите, оружие, про которое я вам говорила, сейчас нам надо убрать. Вот этого давайте сейчас сразу перезарядимся. А у меня такая привычка, я всегда перезаряжаю оружие. Хотите прикол? Смотрите. Опа! Мы типа... Ой, мы типа работаем. Знаете, вот так вот он отошел, раз быстренько подошел к этому.
Тут ты как-то я немножко расслабилась. Ворота открыли. Нам надо отсюда бежать. Конечно же, нам надо еще лифт отправить в подвал, посмотреть, что там. Но там, как всегда, ничего хорошего нету. Тут только вот... один чувачок. А, он, видать, тут радио занимается. У него тут радиоточка. Он, видать, типа стоит на посту и радио играет музыку. Какое вам радио включить? Сегодня с вами диджей я. Кстати, ребят, если вам понравится видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, больше такого не будет, что я буду задерживать видео. И самое нелюбимое мое. Сейчас мы с вами будем идти долго-долго. Сначала к одной вышке, потом к другой, потом к третьей. Этот уровень вот из-за этого долгий идет. За ходьбы. Да. В прошлом уровне. Ой, в прошлый раз я играл. Меня даже и не ранили. Ну ладно, так хоть поинтереснее будет. Это просто я немножко расслабилась. Смотрите, мы сейчас будем подниматься наверх, а там будет БМП ехать. Видите? Нет, не видим, не видим. Где моя БМПшечка? Вон она едет, квадратненько, патрулировать. На вышках стоят снайперы, поэтому я стараюсь их сразу убирать. Смотрите, первое задание мы уже сделали, сбежали с пехотной базы. Второе, проникнуть на танковый ремонтный пункт и получить доступ к оружейному складу. Третье, найти навигационные компьютеры радиомаяка. Четвертое, подчинить и установить радиомаяк на пусковой установке для последующего авиаудара. Пятое, проникнуть на станцию, прослушать прослушивание и радар. Извините, что-то я задумалась. И проследовать к точке эвакуации. Ладушки, поехали. В лес за орехами. Давайте сразу соберем весь бегунов. Потому что сейчас, куда мы пойдем, там тоже он очень хорошо пригодится. Да, там будет две БМП. Сигналка там по-любому сработает. Играх не на весь экран была игра, на записях это я как-то настроила по-другому. Ой, ну ничего, так лучше даже, или мне кажется. Не люблю долгое хождение, больше нравится, когда какое-то движение, когда кого-то убиваешь. Ну, не то, что убиваешь, а вот какие-то миссии выполняешь. Во всяком случае, игры мне нравятся тем, что, ну, хоть какое-то разнообразие. Во всяком случае, вот мне нравятся не только вот такие игры, но больше всего мне нравятся игры по типу... Вот в Дэнди, Утиные истории, вот я играла.
Вот Дэнди, мне нравится то, что они такие какие-то, вот, знаете, более, ну, как бы без всякой вот, без крови, без всего такого. Более добрые, доброжелательные. У меня там, кстати, пару игр есть. Вот, но они еще не до конца пройдены. Можете тоже заценить, если будет интересно. Вот. Что-то я еще хотела сказать. Еще мне нравятся, знаете, какие игры? По типу вот и герои, в которых надо думать. Но я больше люблю там, типа, строиться, там, воевать с кем-нибудь, вот такие вот. Империя тоже мне нравится. Титаны. Старые игры интересные тем, что как бы за счет старых игр потом делаются более новые, более усовершенствованные. Это ж так всегда было. Говорит, старое всегда становится классикой. Ну что, давайте с вами попробуем сделать опять интересный трэш. Твой компьютер и карта находятся в подвале оружейного здания. Ладушки! Анют! По-моему, да, Анна там. Давай на сигналку. Беги, сигналку включай. Зашибись. Не получилось так интересно, как в прошлый раз. Я в прошлый раз сюда зашла. У меня сигналка сработала. Знаете, как прикольно было, когда сигналка сработала? Я бежала отсюда, сломясь голову. Ты куда побежал? Сейчас тут все равно сработает сигналка. Страшного. Не спи на посту. Так, ребят, я не буду читать то, что Анна там пишет, потому что я, как всегда, зачитаюсь и с ошибками буду писать. Что думаешь? Меня так легко ранить теперь? Ага, сейчас. Мы взяли с вами лав. 82 штуки. Как раз там два БМП будут ездить. И нам надо нашу планшетку забрать. Нашу планшеточку! Нашу хорошую. Все, забрали. Пошли с вами. Дальше. Уничтожить. Делать. Давайте сначала посмотрим, где они тут ездят. Ага, вот одна, вот вторая выезжает. Главное не слоханить. Лоханить мы это очень хорошо умеем. Есть, одного убрали.
Надо же, я в этот раз даже с клавиатуры не подпрыгнула. В прошлый раз я с клавиатуры подпрыгнула, когда он в меня стрельнул. Знаете, как это страшно было? Почему я с клавиатурой подпрыгнуть могу? Потому что клавиатура у меня находится на ногах. Блин, что-то как-то в этот раз все очень гладко идет. Что-то мне это не особо нравится. Где мой Драгунов? Пора по сторонам звать. Ах, теперь я поняла, почему все слишком гладко. Что мне теперь делать? А то я боюсь, что она немножко отлетела. Очень смешно. А ты что, не сломался? Ну вот, теперь пули не сэкономишь, блин. Из-за этого танка встал не так. Какого лешего ты вообще тут встал? Блин, сигналка это раздражает. Чё? Откуда вы там берётесь? Сигналку просто раздражает. Ой. Тут какой-то звук у нее странный, видать, сломалась сигнал. Аптечка. Так, давайте сразу сюда. По-моему, сюда нам по-любому надо зайти. И, кстати, тут сигналку можно будет выключить. Так. Я не хочу рисковать, поэтому я так и сделаю. Так, все, мы с вами сигналку выключили. Так, тут, по-моему, один всего лишь выход, но он защищен. Я так просто не выйду. Там чувак сидит. Все.
все пошло не по плану. Все очень пошло не по плану. Я в курсе, что ты тут был. Я не знаю, откуда вы там все беретесь. Но я в курсе. О, ребяточки, давайте с вами подлечимся. Блин, а теперь мне назрелся резонный вопрос. Я вообще записываю видео или нет? Ладно, в конце увидим. Кстати, ребята, если вам действительно нравится видео, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Заговорилась, не то сказала. Да, кстати, у меня есть Инстаграм. Да, так что вот так вот. Так невзначай. Так. Ладно. По-моему, я опять забыла кнопочку нажать. Блин, по-моему, я совсем старее. Ну ладно, сейчас посмотрим. Может, она там и не нужна, эта кнопка. И компьютер хоть забрала? Забрала. У меня память уже стала, как у рыбки. Забывать стала. Раньше такого не было. Да там, получается, туда вниз не обязательно, походу, спускаться. Вот это. Вот что нас может затормозить? Нас может затормозить веточка. Что, не убрала, да? Тут ты вообще, да? И идешь там, гуляешь, ходишь. А что тут? Компьютер уничтожил. О, это тоже радио ведет. Я смотрю, тут все радиоточки ведут. Круто им. Диджей. Ой. Одни диджеи тут, я смотрю. Ну и все, там наверху делать нечего, пошить на эвакуацию. Мы с вами прошли этот уровень.
Ой, спасибо, ребят, вам за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, у меня в этот раз все получилось замечательно. Буду стараться лучше записывать эмоциональней. То есть я еще не привыкла все это записывать видео. Вот. И мы с вами идем на эвакуацию. Наш самолетик. Полетели! Я хотела на винтах покататься. Не получилось. Всем спасибо за просмотр. Пока!